Глоба назвал знаки зодиака, которых подстерегают крупные неприятности в марте. Весенний гороскоп предупреждает, кого не обойдут стороной неприятности в марте. Павел Глоба назвал несколько знаков зодиака, которым стоит быть осторожными. Первый знак зодиака – рак. Ракам придется собраться в кучу, чтобы преодолеть все то, что свалилось на них в первом месяце весны. Нужно будет буквально без передышки бегать, чтобы успеть выполнить все задуманное на март. А еще и вторая половинка начнет капризничать и требовать внимания. Это естественно. Если раки будут заняты решением проблем, то с временем на романтику будет туго. Впрочем, проверенные временем пары переживут этот трудный период. А вот если отношения были поверхностными, то они могут распасться. Возможно, раков ждут непредвиденные финансовые траты на здоровье, себя и близких. Второй знак зодиака – Козерог. Глоба обещает, что март у козерогов будет суматошным. Придется решать сложные задачи и принимать непростые решения. Козероги будут пользоваться повышенной популярностью, но не спешите радоваться, так как вас вдруг вспомнят все – и дальняя родня, и родители, и коллегам срочно нужна будет помощь. Друзьям тоже без вас будет скучно. Вся эта суета будет очень утомительна, вы почувствуете это к концу марта. Зато любимый человек окружит вас заботой и сделает роскошный подарок. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака, попали ли вы в этот топ знаков зодиака, которым не повезет в марте. И помните, что этот гороскоп – это всего лишь предсказание звезд. Большая часть характера зависит от самого человека и воспитания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!